20 апреля в станице Убинской провели открытое первенство Северского района по горному бегу «Движение вверх». Эти соревнования давно стали доброй весенней традицией. Их проводят уже 14 лет. Вы уже каждый победитель, потому что вы здесь. Я желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. И чтобы этот праздник души и тела еще многие-многие десятилетия здесь продолжался. Дорогие друзья, этот забег, он особенный, потому что сегодня движение вверх в год столетия Северского района. Дай Бог нашему любимому району процветания. Дай Бог, чтобы и через 100 лет Северский район был нашим любимым, многонациональным, трудолюбивым и будет всегда двигаться вперед. Маршрут начинался от подножия горы Собербаш и заканчивался на ее вершине. Спортсмены в возрасте до 14 лет бежали 3 километра. У взрослых дистанция в 2 раза длиннее – целых 6 километров. Но несмотря на серьезные нагрузки, для участников это настоящий праздник спорта и здорового образа жизни. Наталья и Михаил приехали на соревнования из Краснодара. Оба уже не новички в горном беге. Маршрут на Собер не из легких. Но тем интереснее в нем участвовать. Это очень крутой забег, потому что вверх бежать очень трудно, 6 километров. И на самом верху будет пологое место, где бежать легко, но это всего лишь 400-500 метров максимум. Результаты забега были разными. Кто-то пробежал дистанцию всего за полчаса, а кто-то добирался до вершины все 1,5. Но победил каждый участник. В первую очередь, это победа над собой. Забег всегда испытание, всегда радость, потому что самопреодоление и преодоление соперников. Это для этого мы и тренируемся, и участвуем. Соревнования «Движение вверх» с каждым годом становятся все популярнее. В этот раз установлен новый рекорд по количеству участников. Более 400 человек приехали из разных уголков Кубани, Адыгеи, Республик Марий-Эл, Дагестан и даже из Омска. Самому юному участнику забега исполнилось всего 5 лет. Арсен Павлов решил бежать за компанию со старшей сестрой. У меня дочка участвует в забегах, она занимается туризмом, и в этом году мы решили, что младший брат должен поддержать свою сестру, и побежал с ней. Ой, мне очень нравятся такие соревнования, это детям дает выносливость, стремление к победе, даже не к победе, нравится. Мы вообще во всем участвуем, во всех движухах, которые есть, во всех движениях, мы везде. Приятным завершением забега для участников стала лотерея от спонсоров мероприятия, в том числе от телерадиокомпании Северского района «Атаман» и «Радио Джем». А после провели церемонию награждения, определив победителей в каждой возрастной категории. Главным призом стал заряд бодрости и отличного настроения для каждого спортсмена.